Хотите хорошо сэкономить? Начните с экономии коммунальных ресурсов. Самый надежный способ – установить счетчики на холодную и горячую воду. Платите только за то, что действительно потребляли. Кроме того, приборами учета можно оснастить не только трубы с водой. Вы также можете установить счетчики на газ и электричество. А вместо затратных люминесцентных ламп использовать энергосберегающие лампочки. Хотите большего? Проверьте свою сантехнику на предмет протечек, а изоляцию труб на предмет потери тепла. Установите в квартире качественные окна, которые не дадут теплу уходить из дома. Эти несложные правила помогут сэкономить от 10 до 30% затрат на коммунальные услуги.